всех приветствую, как у вас настроение? Сегодня будут футбольные челленджи, и опять же, мужики, я хочу вас расстроить сразу. Сегодня, к сожалению, нас покинут две команды. Если вчера целая команда, сегодня прям целых две команды покинут проект. И все будет зависеть от вас, мужики, потому что мы ищем футболиста прежде всего. Поэтому я хочу пригласить вчерашних участников, которые остались на проекте. Это Дора и Орлашка. Пойдемте. Право выбора за вами. Тут важно теперь вам самим не ошибиться. Какую команду выбираешь? Дора, давай с тебя начнем. Ты постарше, наверное. Какого года? 2001. Тем более. Это Манлердин команда. Почему? Манлердин команда с Кузгетс Тогис сразу. Они первое место заняли? Команда Ростикс. Ну да. Команда Ростикс. Да. Все, давайте проведем его в команду. Иди в свою команду. Орлашка. Я тоже туда. Хотелось бы в третью команду. В третью команду? Где? Каталонцы? Защитник был. Нет, СД, кажется. СД? Да. Все. Почему СД? Потому что ДС. Ай, молодец. Надеюсь, сегодня они останутся на проекте. Ну что, ребята, если вы готовы, давайте в хорошем настроении стартанем. Еще раз говорю, мы здесь ищем футболиста, все будет по-футбольному, никаких поблажек. И один из них, а возможно даже несколько, попадут в нашу футбольную семью. Погнали! Самое главное, джамбай, бугун, тогда джасапша, бринчором мен, хорошо? Бринчором всегда чемпион был джасапша. Все, давайте, келдер. Давайте, челик. Ишко озмендер. Команда того? Ростикс того, мы берем кушать. Бер, ека, эш! Ростикс! Фу, бля, фу! Фу, Ростикс, ты мендешь, пожалуйста, фу, бля! Жолмызу котто, бля, арат пурсандар. Бугун ондай жоқ жеге. Просто жигиттер бүгін кімде сильные стороны, сон көрсету керек, уж максимально, уж кешегеде мухлевать ету емейт. Бүгін до конца көрсету тастайд, зато бірінші ол өтеміз. Сразу с первых минут қандай челлендж болмасын или не болмасын, сразу степцек, кешегеде болмайды уже. Ошибка, да, обсходит ее, мы кише брах команду, чтобы бегу некий ушел. Давайте, Джигтир, давай. Короче, Джиги, давайте. Короче, Джиги, давайте, собираемся. Главное, короче, собранным быть, до конца газовать. Мы все должны сегодня победить и остаться. Мы только победители, только мы должны остаться в этом проекте. Давайте, на счет три. Давайте алла, вынести алла. Этих фантиков. Раз, два, три, алга. Раз, два, три, алга! Я объясняю правила. В футболе, как я говорил, скорость, бег, техника, все решает. Поэтому начинаем отсюда. По команде. Оп! Стартуем. Неважно, с какой ноги. Там можете двумя, можете одной. Кому как удобно. В общем, обойте каждую фишку. Если условно не отвели, условно вот ушли, можете вот 2 секунды вам плюсуются. Если проходите спокойненько, все отвели вот. Неважно, да, там справа, слева, столкнули. До дуги, получается, вот. Вот условно вот так разрешается. Дальше вот так. Это уже нет. Не считается удар. Это значит плюс 5 секунд. Условно забили. Это минус 5 секунд. Поняли? Погнали. Че, вратарь готов? Да, готов. Здесь прикинь, то есть здесь вылетают команды, а вот, тебя вот, будут вот, оценивать вот, индивидуально, как ты будешь стоять. Да, хорошо. Я полностью готов. Я думаю, вот, это не составит мне труда дальше пройти. Вот, условно, вот. Все, красавчик. Можно. Давай, удачи. Я в тебя верю, братан. Пытаюсь сделать все, что в моих силах. Все по воле Всевышнего. Все, пошел первый. Это... Что за пацан? А, это который хочет менять состав. Удар и мимо. Точнее, поворота попал, и вратарь на месте, конечно. Вратарь красавчик. Пацаны боятся, боятся, ножки дрожат у них. Никто не хочет первым, вторым, такой же. А тот пацан уверенный, первый пошел, красавчик показал всем, как надо. Молодец. Это тоже учитывается. Ты когда идешь первый, это значит, в тебе есть уверенность, значит, ты не боишься играть в составе. Пошел следующий. Это его зовут Ален, я его запомнил. И удар. Забил? Забил. Хорош, хорош. Молодец, красиво забил. На одну фишку он задел. Плюс 2 секунды. Попытаемся сделать, как умеем. Ставить сюда.
Следующий пошел. Это Одегард, что ли? Опа-на, Одегард, что-то он этот. Ой-ой-ой. Нет, нет. Брат, тут уже даже как он фишки проходил, видно было то, что он не забьет. Чуть-чуть не получилось. Да ладно! Очень слабый он, очень слабый. Без обид Одегард, но для профа это слишком слабо, мне кажется. Ай-яй-яй. Единственный только забил Ален. Человек, который я запомнил его имя. Так, так, уверенно, красивый. Красивый идет. Оп, задел. Оп, отлично. И бить. Ай-яй. Забил! Хорош! Да, но он забил, красавчик. Упал. Мы думали, то, что он попадет по воротам, но вратарь стащит, и вратарь там просто не дотянулся. Там пальчиками задел, но все-таки он забил. Красавчик. Красавчик. Плюс 5. А, минус 5? Нет, если не забиваешь... Не, напоминает, знаешь, кого? Кого? Аску Спорца, знаешь? Да, есть такое. Ой-ой-ой. Одна фишка! Следующий. Это кто у нас? Ау, ему успокойся. Ай, заделся тут. И удар. Не забивает. Вратарь на месте. Вратарь все время на месте. Вратарь, красавчик. Слов нет. Надо стараться. Так что у нас еще есть пока пару игроков, которые могут сделать. Следующий. Гангстер. Гангстер. Да, возможно, там какие-то элементарные вещи говорю для кого-то, может, но это реально, мы футболисты, да, мы ищем футболистов. Ладно, ты не забил, да, но важно быстро пройти. И даже это быстро ты сделал, у тебя грубо плюс-плюс-плюс, сейчас же много таких вот, сейчас элементарно, здесь столько плюсов, видите, 5. Это время тоже. Две команды уходят, мужики. Бля, брат, вот даже по вратарю, да, что сказать? Вообще в порядке, да, вратарь? Минчик, да? Да, видно. Ну, все равно, хоть и минчик, но на больших он тоже стоит уверенно. Да.
Один минус есть. Лонгшоты, у каждого одна возможность. Забиваете — минус 5 баллов. Не забиваете — остаетесь при своих. В третьем решающем челлендже время ого-го как вам пригодится, ребят. Так что здесь это важно. Сейчас я нахожусь в магазине SD Family Shop Astana. И давайте сделаем краткий обзор на наш магазин. В нашем магазине есть все для футбола, начиная с 40-ножек, бутс, футзалов, заканчивая футбольными формами. А также в нашем магазине есть детские бодики для ваших малышей. И, кстати, еще в нашем магазине есть судейский свисток, щитки, а также футбольные перчатки. Помимо футбольных вещей в нашем магазине есть кроссовки на любой вкус. А у нас еще есть сумка для вашей обуви. А специально для наших подписчиков действует 10% скидка по промокоду «Хочу в SD» на весь июль. Ждем в нашем магазине SD Family Shop Astana. Thank you.
изначально только 2 гола. СД! Я напоминаю то, что генеральным партнером проекта «Хочу в СД» является компания OneXBet, спонсор спортивных эмоций. Компания OneXBet сотрудничает с SD Family более 3 лет и предоставляет такие шикарные условия для развития казахстанского футбола. Спасибо вам огромное. 10, 11, 12 здесь заканчивается, правильно. Короче, вы поняли, да, эстафета будет. То есть из 12 6 там, 6 тут. На скорости, сколько есть там, рывок прям. Вот эту линию пересекаете, там будут стоять менторы, да? Условно, вот так нельзя. Вот, типа вот отсюда бежишь, и кто-то вылетал. Прям по пятакам бьете. Пошел. Да. По последнему, кто прибежал, я здесь буду фиксировать общее время. Хорошо? И все. Командой, командой. Тут вы же команда же, бля. Все будут бегать. Здесь вратарь не бежит, потому что, ребята, ну, понимаете, да, он заложник своей же ситуации. У вас один человек, получается, 2 раза бежит. Да, то есть нужно понимать, самого быстрого надо первого ставить, чтобы он 2 раза бежал. Первый начинает так же. Да, 9. В конце должен тоже нормально остаться. Давай 9. Я последний. Ты останься последний. Смотрите, короче, я вкратце говорю, сейчас будет эстафета. Мне кажется,
сегодняшний тур посвящен полностью физическим данным игрокам. И сейчас будет смотреть, просто определять игроков по физике. И выбывают две команды, можно сказать, коротко, ясно, выбывает та команда, у которой... которые физически слабы. Что могу сказать по предыдущим двум челленджам? Первый челлендж был обвести фишки, ударить по воротам. Там все слабо, фишки проходили еле как, и забито было очень мало голов. Ну что, ребята, сейчас пацаны будут бегать. Посмотрим. Посмотрим, кто умеет бегать. Ты готов? Умеешь бегать? Давай, по свистку сразу. По свистку и бежишь, хорошо? Какая скорость! Давай, давай, долго! Давай! Есть, побежал! Молодец, держись! Давай! Делай! Качает, блядь, по диагонали тут это. Ты последний? Да, пошел, пошел! Светёк тяжеловатый, да? Там последний, да, кто? Давай, давай, хорошо идет. Опа. Выйди. Есть. Давай. 8 секунд. Не буду вам говорить. Сейчас лучше. Вторая! Там, где же Гресма? Смело. Быстрее молния Маккуина? Не, быстрее Мбаппе Киллиана. Ай-яй-яй. Все, давай, сейчас проверим, посмотрим. Давай, Абоня, давай! Давай! Давай, на карточку, да! Давай, 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 нога, давай! Нога, нога, давай, нога. Давай, 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 давай! Хорош! Давай, Сайко! Сайко, давай! Сайко бежит, молодец! Ребят, пока кажется, чернее. Ребят, пока кажется. Ребят, побыстрее. Сейчас посмотрим. Может тут кажется, ребят, может быстро. Давай, 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 давай. Давай, брат! Да, брат, сам давай, 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 давай. Жестко, как будто бегаешь. Есть такое? Нет? Давай, посмотрим. Огонец, брат! Давай, давай, давай! Там один-два раза бежит! Алло! Раз, смотри, смотри, ну, пишите.
Опа, давай! Я с той стороны, за последний день. Давай! Он 12, да? Давай! Хорошо! Джиги, бөлек тұрындар, бөлек жүгіріп анам. Быстренько узнаем мнение пацанов по этапу. Давай, пацаны, как думаете, ваши ставки, проходите следующий этап? Да. Честно? Да, нет. Вы что-то не уверены, братан, стоишь? Я в них уверен. Видишь, они за меня сказали, я готов тебя поддержать. Здорово. Всегда, да, любой СССР. Любой СССР. Да, вот кроме голодного, как бы, так. Вот, только смотри. Пробегом мы пройдем. Вы к этому, а кайфово, команда. Пацаны, просто, быстренько. Давай, как думаете, проходите в следующий этап? Давай, иншалла, пройдем. Ну что, ребят, подошел сегодняшний выпуск к концу, практически, да? И важно было в каждом, да, челлендже набирать максимальные баллы. И почему я говорил, да, что команда SD, да? Ой, Ростикс, да, Ростикс, говорю, вам важно забить один гол, и, в принципе, вы забили, и последний вот этот челлендж, ну, вы, грубо говоря, на секунд, там, почти 10 секунд, вы прибежали быстрее. Поэтому интригу не хочу сейчас какую-то создавать. Проходит команда Ростикс. Чтобы вы понимали, общие показатели, общий балл за весь, получается, промежуток челленджей. Последнее место. Команда каталонцы. 302 секунды и 82 сотых. Команда SD. 276 секунд и 61 сотых, получается, да, вот, Дуня? 268 и 7. Поэтому, мужики,
я думаю, что ни у кого нету никаких претензий, то, что все было честно, справедливо, достойно. Я лично хочу, как, если вы не против, ребят, на следующий тур допустить с каждой команды по одному человеку, да, и посмотреть их завтра. Поэтому давайте сделаем так. Я забыл вот твое имя. Урал. Да. Руслан, я бы хотел завтра посмотреть на тебя. Ну и малыш. Пойдем, Руслан, выходи. Да. Руслану давай. Руслан, это большой аванс тебе. Потому что я понимаю, ты подвел команду, по идее. Фишки, имейте в виду, можете после игры его отпиздить. Но это просто говорю, что при всем при этом я вижу, что ты горишь, в тебе есть какие-то вот качества, за которые хочется зацепиться, поэтому тебе даю шанс. И двоим я хочу дать через челлендж возможность пройти завтрашний день. Малыш Хайратовский, как зовут? А? Ельджан. И... Данил, пожалуйста. Кто попадает в перекладину, тот проходит на завтрашний, получается, матч. Это у тебя, получается, никнейм «Малыш» или тебя просто так называют? Нет, Дида, это сам придумал. Нет, ну прикольно, зато креативно, зато ты теперь можешь играть в медиа-команде делать. А ты что, как, брат, какие ставки у тебя? Как думаешь, твой соперник сильнее будет? Общий сбор, парни. Ну, он сказал, что тебя выиграет. Пацаны, давайте. Он сказал, что тебя не почувствует. Прежде чем, хорошо, давайте. Пусть будет так. Он сказал, что тебя вынесет. Давайте встанем, Джиги. Брат, ты был хорош, да, реально. Да. У тебя 100%, брат, я тебе просто сдам гарантию, то, что зрительская симпатия по-любому будет. Ты откуда, брат? С Караганды. С Караганды, поэтому карагандинский обязательно. Я во всех роликах говорю. Караганда, Майкудук. Давай. Поддержите его, особенно вот тебе надо жить. Вот, поддержите его, карагандинцы, потому что карагандинские фанаты очень жесткие. Сам жесткий, брат. Ты хорош, брат, все равно хорош. Ты, брат, просто где-то не добежали. Ничего, и все, ничего страшного. Бывает, в любом случае, по-любому, когда-то, может, ты сыграешь в своей команде. Вам удачи. Вам удачи. Вам дали шанс, поэтому теперь вы должны за него цепляться 100%. Теперь главное уже работать не на команду, а уже на себя. Поэтому вам удачи. Спасибо большое. Гэнгстер. Ты гэнгстер. Ты, бля, жалко, что ты не выиграл. Я хотел, чтобы ты был... Знаешь, у нас с тобой не фиговая коллаба была бы. Ты тоже в шапке, я тоже в шапке все время было хожу. Было бы все дерзко, ребят. Это было бы все дерзко, брат, да. Вот. Красавчики, пацаны, опять же, да, руки пожму. Красавчики. Только, блин, название мне не нравится ваше, и все. А так все, все отлично, пацаны, красавчики. Молодцы. Пацаны где-то по 10 попыток ударили, не попали, ой, ни разу не попали, поэтому лучше пенку. У меня здесь друзья все, мы все вместе в Алмату собираемся. Они все со мной хотят домой. Пацаны, домой! Брат, ты лучший! Ты самое главное! Ты...
ты, брат. Я перекладываю. Малахина, бер, ты. Сними. Куда ехать там, одите. Брат, пожалуйста, накидайте ему лайков, пацаны. Этот человек, который бил с желанием, он боролся. Ничего страшного, брат. Все бывает. У тебя есть шанс, а я из Эштики, брат. Ты же медиа команду же хотел. Ну вот, я из Эштики себя покажу. Ребят, давайте. Это все твой последний шанс, брат. Здесь ты себя не показал, ничего страшного. Покажешь себя в другом этапе, в другом месте, в другом проекте. Хорошо? Давай, брат. Самое главное, брат, я в тебя верил. Друзья, это был третий выпуск проекта «Хочу в СД». И, ребят, сегодня был очень насыщенный день. Вам рекомендую отдыхать и подготовиться уже к четвертому выпуску. А вам, уважаемые зрители, нужно обязательно подписаться и болеть за своего фаворита. До скорых встреч в четвертом выпуске «Хочу в СД».